Всем привет! Сегодня мы переходим к карте D-Train и начнем разбор позиции на точке B. Карта D-Train является одной из самых скилловых карт. На этой карте, как ни на какой другой, очень важна информация между тиммейтами, быстрое реагирование и оценка ситуации. Вариантов раундов на этой карте очень много. Мы сегодня разберем взаимодействие в пистолетном раунде и правильные позиции на антиэко. Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим варианты игры на карте D-Train на точке закрытой, то бишь B. Вот, сразу начнем с пистолетного раунда. Сразу скажу, что есть два вида держания точки B, это издалека и сблизи. В принципе, как и вообще на всех точек. Вот, самое, наверное, эффективное, самое, ну, более надежное, это смотреть, конечно, издалека. Как вариант, рассадка такова бывает. Один тиммейт сидит за третьим вагоном, просто чекает низ. Можно быть с набором, можно быть с армором, неважно. То есть обычно я, ну, я лично предпочитаю больше хаешку, чтобы потом взорвать проходящий на план. Вот, то есть обычно как происходит выход на Б у теров. Идет либо выход низ под юспы, то есть пытается стрелить без дыма, либо дым и выходит низ просто под дымы и пытается давить близ, на плант и так далее. Вот, что при этом делать? Если юспы, то, конечно же, лучше стараться не сваться, пробовать сразу дать дэмэдж, дать юшку, там, отстрелить, да, и отойти. Там, на чек, там, с третьего, ну, короче, неважно, отдать лучше эту точку, там, или аккуратно чекать ее. Если же идет выход дым, я обычно делаю так, жду буквально там секунду, то есть тиммейт, ну, враги обычно не выходят сразу, да, в дым, а ждут какое-то там время, чтобы, допустим, ну, они логически предполагают, что, допустим, сразу же будет стрелять оппонент в них. Вот, но вообще я обычно жду чуть-чуть и начинаю стрелять под левую сторону, так как обычно все выбегают там. И, ну, в принципе, можно, если неплохая вероятность, залить врага. Вот, дальше отхожу на эту позицию и начинаю чекать сюда проход. То есть эту полоску и эту. Это очень важно, на самом деле, две линии, которые, ну, нельзя пропустить сюда лаки, иначе потом отбивать Б-план будет очень тяжело. Роль чувака второго, он должен играть на ле, само собой понятно. Вот. Тоже, то есть, раскид или армор, но опять же лучше оба будут с гранатами, и это будет хаешки обязательно. Вот, опять же, ноль чего может стреляться, если там есть спам, может попробовать убить. Но опять же, это тоже рискованно на самом деле, и бывает там, ну, выходит два юспа и могут просто залить на халяву, и это, ну, не очень хороший расклад. Вот, поэтому лучше чекать аккуратно. Если выходит массово 33, попробовать застрелить кого-то и отойти дальше. Вот, я обычно даю им пройти на план, и потом просто своим тиммейтом взрываю план. То есть, ну, две хаешки дают, наносит на самом деле очень много дэмэджа, и поэтому потом можно просто очень отбить план с приходом хупы. Вот. Также, конечно, как вариант, можно отойти вообще сюда, опять же, и не пускать близ. Тоже очень хорошая, на самом деле, позиция, и вообще вот отсюда чекать просто на проход. То есть инфа, на самом деле, на закрытой решает очень много, и главное не пропустить в пистолетке сюда врагов, как, впрочем, в любых других раундах. Второй вариант держания на закрытой пистолетке – это близко, да? То есть когда у меня есть респ, я люблю занимать тройку, на самом деле. Вот, бегу по нижней, просто захожу в тройку, там, да, на штену. Соответственно, конечно, если раш, я туда не бегу, я отхожу там и, допустим, прячусь под собакой и убиваюсь, что проходящий на плант, а мой тиммейт мне там хелпает, отвлекая врагов. То есть кого-то я могу настрелять в спину. Если же нету раша, то я просто снимаю тройку, становлюсь близ и, в принципе, ну, тут довольно-таки легко выходящих словить. Ну, дать пару хэдшотов, да, там, или вообще там, ну, какой-то хайлайт там крутой. Вот, то есть, ну, точка, в принципе, хорошая, лишь бы только была на уровне стрельба. Вот, это как вариант можно с армором смотреть. Точно так же можно играть с армором на 33. Тоже, ну, это, на самом деле, очень опасная позиция, если будет какой-то слоу заход в тройку, и там, допустим, на ступеньках будет много энеми, и один будет чекать, то убежать потом очень сложно с 33, потому что выходит низ, дает вас стройку, и, ну, очень сложная позиция, на самом деле. Поэтому я бы, ну, не советовал тут играть с армором, с самому тем более. Как вариант, можно играть с двумя хаешками, там, допустим, тут тиммейт, да, контролит в голову, и, ну, там, выходит чел, он стрельнул, попал в голову или не попал. И тут точно так же второй игрок стоит с хаешкой, зажатой уже. Как только кто-то стреляет, там заливает, не заливает, летит хаешкой, наносит классный дэмэдж.
Расскажу вам о двух антиэках, учитывая, что антиэка я могу играть и с кольтом, и с ОП, и с виспом, то вариант рассадки с виспом, то есть, ну, опять же, обязательно нужна хае, это очень важно, на самом деле, если вы играете с виспом, чтобы, ну, был какой-то дэмэдж большой от гранаты. Вот, то бишь, опять же, один из тиммейтов чекает там со второго, либо с третьего вагона, играет, ну, на инфу и принимает, там, допустим, ФАМАС, да, или кольт. То есть это, допустим, второй раунд, первый выигрывает без следку, и второй раунд. Тиммейт стоит с кольтом или с ФАМАСом, принимает 33, принимает низ, и стоит и вы где-то тут, где-то вблизи, там, с хаешкой, или чек один низ, допустим. Он взял вверх, да, со второго, а вы чек один низ. Только идет выход низ, там, ваки, вы там отстрелите, дали дамаги, и они проходят на план, в это время с второго вагона ваш тиммейт коцает проходящих на плант, то есть вот отсюда, да, набивает там, то есть там хватает одного берста, одного патрона, чтобы просто взрывать потом с хаешки одного, двух и больше чего. То есть летит хае, сразу взрывается плант, и, ну, это уже очень много дэмэджа нанесено и хороший расклад. Вот, потом игра с кольтом. Можно, конечно, опять же, как я уже говорил, можно занимать вблизи, можно сдалека. Это кому как удобнее, кто как себя чувствует на карте. Вот. То есть можно играть вообще вдвоем, тут два кольта, две хаешки. То есть вариантов на самом деле куча. И просто, ну, либо игра заключается в том, чтобы либо сразу же наносить много дэмэджа, то есть если играем близко, то бишь если снимаю тройку, там взорвать, или сразу же нашить много и потом уже довзорвать. Либо наоборот, играть сдалека, отдать точки и точно так же опять нанести много дэмэджа с помощью хаешек или сдалека. Вот. Также, конечно, можно играть, я предпочитаю тоже по респу занимать 33, и обычно прошу тиммейта сыграть на нижней с хае близ на чек. То есть, как только заходит в тройку, он пускает хае, я просто выхожу, зажимаю спреем и, ну, убиваю там ряд тех, кто проходит в тройку. В завершении рубрика «Ответы на вопросы». Очередной вопрос задал нам Володя Климчук, спросил у меня, какой у меня распорядок дня и какой у нас график тренировок у команды. То есть расскажи вам конкретно о графике тренировок и моем распорядке дня перед грядущим каким-нибудь чемпионатом, к которому надо готовиться. Вот, ну, все, в принципе, приблизительно банально. Играть 5 на 5, дезматчи, ну и все, что вообще касается КС, по сути, то есть тренировать личный скилл, стрельбу и прочее, то есть, ну, стараться не забывать это. Вот, касательно тренировок командных, то у нас происходит это 4 раза в неделю, мы тренируемся примерно с 5 до 10, плюс-минус, допустим, час каждый день, да, то есть какой-то может получиться раньше, какого-то позже. Тренировка начинается с разбора карты какого-то, капитан нам рассказывает, убеждает о каких-то минусах на прошлых играх, либо придумывает какие-нибудь новые фишки и показывает. Конечно, бывают дни, когда мы просто все отрабатываем, то есть оттачиваем все наши раунды и движения. Вот. Соответственно, остальное время после разборки карты мы начинаем тренироваться и до упора, и примерно до 10, до по 11 играем праки против сильных соперников. Учитывая тот факт, что большинство игроков, которые нам пишут, являются молодыми, только начинающими игроками, то, в принципе, я вам рассказал о своем личном распорядке дня уже ныне, то есть в то время, когда я, по сути, уже в какой-то степени научился играть. Вот. А что касается относительно начинающих игроков, то есть как начинал лично я играть, так, в принципе, сложилось, что каким-то образом я стал играть на точке Б, то есть держать планты Б практически на всех картах. Вот, то, опять же, учитывая, что мы находимся сейчас на нюке, конкретно Алево, что я вообще делал? То есть, ваш там первый раз на рампы, там, ну, в принципе, ничего там сложного, казалось бы, нету, там, просто принимать, да, в одну щель врагов. Но, соответственно, это не так, конечно, легко, как кажется уже, особенно с приходящим каким-то опытом, все начинают лучше играть, и, соответственно, сдерживать позицию просто так становится тяжелее. Для этого, соответственно, надо каким-то образом отрабатывать и тренировать свои, тренировать контроль тут, этой точки. Какими путями, допустим, лично я, когда только начинал, обязательно создавал с ботами карту Данюк, либо, ну, или какую, неважно какую я тренировал, да, и, соответственно, позицию. Я создавал карту и просто ставил 5 ботов против себя, и, в принципе, в какой-то там
прилично сидит процентов 50 раундов, они либо шли налево, либо я просто поджимал слева. Соответственно, таким образом я просто оттачивал прием этой точки. Вот. И это, ну, на самом деле был такой хороший плюс. Это тренировалось очень хорошо своя микроигра. И, соответственно, я мог потренить любые флешки, да, неважно, какие, какого типа они были, любые дымы при таком раскладе. Вот, соответственно, можно опять же использовать для таких тренировок такие сервера, как дезматчи. То бишь, можно, в принципе, стоять просто там на какой-то примерно позиции, да, и пытаться отстрелить там, ну, неважно кого. То есть любую позицию можно сами тут на дезматче оттачивать. Смотрите в следующем выпуске. Опять же, я чекаю на А, если нет никакого выхода, то есть мой тиммейт обязательно играет должен близко перед тройкой, либо на нижней, либо в 33 занимать, вот, чтобы чекать тройку и давать инфу, чтобы я мог сместиться и хопануть.